на ежегодном конкурсе чтецов и помнит мир, спасенный посвященного дню Великой Победы. Конкурс проводится клубом любителей театра «Театральный дом» совместно с Центром культурных общественных связей города и Советом ветеранов города Долгопрудного. День Победы – это великий праздник в нашей стране. Его отмечают во всем мире в знак признательности нашему народу за великий подвиг. И сегодня в нашем зале от мала до велика мы видим тех, кто никогда не забудет подвиги героев Великой Отечественной войны, кто будет передавать последующим поколениям великую историю нашей страны, народ которой победил фашизм. Позвольте представить вам почетных членов жюри конкурса чтецов «И помнит мир спасенный». Арутюнян Жанетта Владимировна, директор Долгопрудненского театра «Город». Дроздов Владимир Петрович, председатель Совета ветеранов города Долгопрудный. Кабанец Александр Викторович, председатель Долгопрудненского отделения «Боевое братство». Николай Степанович, председатель Долгопрудненского городского краеведческого общества. Лазаревич Галина Наумовна, член Совета ветеранов города Долгопрудного, ревизионная комиссия. Юлия Андреевна Антонова, специалист отдела по культуре и туризму, управления культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики города Долгопрудный. Слово для приветствия предоставляется Афониной Татьяне Викторовне, председателю городского общественного организации «Клуб любителей театра» «Театральный дом». Дорогие друзья, здравствуйте. Я очень рада, что мы собрались здесь, что у нас конкурс состоялся, потому что каждый год мы переживаем, а будут ли у нас участники. И слава Богу, мы видим такую хорошую тенденцию. Участников становится с каждым годом все больше. Мы проводим третий год этот конкурс. И вы знаете, каждый год было очень трудно выбирать победителей. И вот вчера к нам обратились представители Совета ветеранов с просьбой сделать не конкурсом, а фестивалем. Всех ребят, которые дошли до финала, наградить. Сделать их победителями. Вы знаете, мы не можем отказать ветеранам. Поэтому сегодня мы наш конкурс потихонечку начинаем преобразовывать в фестиваль. Фестиваль, на котором звучат произведения, посвященные войне. Мы очень хотим, чтобы именно эта форма прижилась и стала развиваться дальше. Самое главное – это сохранить память. Самое главное, чтобы ребята, да и взрослые, я надеюсь, в следующем году присоединятся к нам, еще раз открыли книги, прочитали произведения о войне, прочитали стихотворения, запомнили их. Запомнили так, чтобы не только в голове, чтобы они остались в сердце. Сегодня мы представляем финальный концерт, на котором будут выступать дети, которые будут читать стихи сердца. Я очень надеюсь, что у них все сегодня получится, и они покажут то, во что они смогли погрузиться, и то, что они поняли об этой страшной войне. Я думаю, что вы нас поддержите, потому что волнуются все ребята и мы. То есть, несмотря ни на что, ребята действительно переживают. Многие из них первый раз вообще на сцене. Поэтому мы надеемся на вашу поддержку и на благосклонность. Спасибо огромное. Слово для приветствия клирику храма Преображения Господня города Долгопрудного отцу Вячеславу Осипову. Я приветствую всех сегодняшних участников в преддверии
великого праздника Дня Победы мы все здесь собрались, чтобы услышать наших воспитанников, участников в начинающемся фестивале, как было озвучено. Мы все должны помнить об этой войне и зачем эта память нам нужна. Для того, чтобы дальше мы могли жить в мире. Те жертвы, которые принесли те люди, которые в ней участвовали, были направлены в том числе и на нас, чтобы мы могли спокойно ходить в школу, спокойно заниматься своими делами и жить с мирной жизнью. Вот уже много лет прошло, с 45-го года, когда эта победа произошла, но жертвы, принесенные нашей страной, они не напрасны. Когда страшная беда настигла нашу страну, и один на один остались против фашистской Германии, которая, казалось, вот уже еще чуть-чуть, еще месяц, и ничего не останется от нашей страны. И сами немцы были уверены, что еще месяц, и Москва будет захвачена. И так продолжалось и в 41-м, и в 42-м, и в 43-м годах. Но множество жизней было положено теми воинами, которые ушли на фронт. Из первого призыва 41-го года тех парней, кому было по 18-20 лет, вернулось домой меньше 2%. Но те люди, которые погибли на полях сражения, они погибли не насовсем. Смерти нет, она побеждена. И сейчас мы приближаемся к Пасхе. То есть Пасха – это праздник победы над самой смертью. И те люди, которые погибли на полях сражения, они все потом на суд Божий восстанут и будут радоваться вместе с нами вот этой победы над самой смертью. Да и сам День Победы, он же произошел в мае 45-го года, именно на Пасху, когда вот эта пасхальная радость наполнила вот этот вот великий праздник. Что такое Пасха? Это победа над смертью. А не это ли есть победа над врагом? Это как раз она и есть. И поэтому будем помнить те жертвы, мы будем радоваться тому, что мы победили, и будем почитать наших ветеранов, которые с каждым годом становятся все меньше, но это действительно те герои, которые, не жалея живота своего, послужили своему Отечеству и други своя. Почтим же наших ветеранов и будем помнить о том труде, который они нам принесли. Близится светлый и великий праздник – День Победы. День Победы, который пришел через боль, кровь, порох, но он принес счастье, он принес радость и мирное небо над головой. Спасибо вам, наши победители, спасибо вам, наши герои, за то, что можем дышать, за то, что можем творить. И сегодня перед вами выступят одни из самых лучших представителей молодого поколения города Долгопрудный, которые знают, помнят, чтят историю великой России, историю великих героев. Мы начинаем наш финальный концерт конкурса чтецов, посвященного Дню Победы. И помнит мир спасенный!